Ненецкий округ присоединился к всероссийской квест-игре, посвященной событиям Великой Отечественной войны. Жителям Северо-Запада, в том числе и нашему региону, организаторы предложили прикоснуться к одной из самых печальных страниц в истории нашей страны – блокаде Ленинграда. Военно-исторический квест посвятили 72-й годовщине полного освобождения города от фашистской блокады. Интерактивная игра стартовала в Нарьян-Маре, как и по всей стране, ровно в 12:00. В течение нескольких часов команды двигались по заранее разработанному маршруту, выполняли задания и зарабатывали баллы. Перед началом игры обязательный инструктаж. Капитаны 8 команд уже понимают, легко не будет. За 3,5 часа нужно выполнить 9 тематических заданий и решить 9 исторических головоломок. Одними из первых в квестовый бой ринулась самая юная команда с символичным названием «Мир». Это команда восьмиклассников первой школы. Давайте про листовки, кукурузные листовки. Так вы сначала, почему все придется искать, в любом случае. Да, вы задайте у всех фотографии. Так давайте быстрее. Рома, купли. На радость всех участников организаторы не запретили пользоваться интернетом. Как говорится, Google хоть и в помощь, но школьники лихо бравировали знаниями, полученными на уроках истории. Он говорил, помните, Юрий Юрьевич? Он говорил, Через 13 минут отгадка была найдена. Следующая точка маршрута у самолета Як-7Б. Здесь солдатам квеста предстояло разгадать символику азбуки Морзе. Этот способ знакового кодирования в осажденном Ленинграде изучали даже дети, которые записывались в народное ополчение. Так давай, ты будешь диктовать эти, я буду говорить. Палочка-точка. Длинный-короткий. Уже после второго задания стало ясно, игра очень интересная, но местами и очень сложная. Не зря участники команды «Мир» накануне штудировали литературу по истории блокады Ленинграда. Я читал литературу, чтобы как бы подготовиться к этому конкурсу, так как вопросы иногда сложные, иногда тяжелые. Надо быть готовым, и также это достаточно интересно, потому что тоже как бы история твоей страны. История народа, стойкости. За знание истории и стойкости огромного многомиллионного города и его жителей организаторы щедро раздавали баллы. Конечная цель игры – набрать 871 балл. Именно столько дней длилась блокада Ленинграда – самая продолжительная и страшная осада города за всю историю человечества. Ее кольцо сомкнулось вокруг города 8 сентября 1941 года. Немецкие войска были остановлены всего в 7 километрах от города. Для фашистского командования судьба Ленинграда казалась решенной. В директиве Гитлера номер 1601 «Будущее Петербурга» от 22 сентября 1941 года говорилось. Фюрер принял решение стереть город Петербург с лица земли. После поражения Советской России дальнейшее существование этого крупнейшего населенного пункта не представляет никакого интереса. Предполагается окружить город тесным кольцом и путем обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять его с землей. Организаторы масштабного квеста, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» уверяют, все задания основаны на реальных событиях. Задача квеста в игровой форме – познакомить участников с жизнью и бытом ленинградцев, оказавшихся в блокированном городе. Ведь изучать историю можно по-разному – читая книги, слушая лекции, просматривая фильмы, а также участвовать в подобных исторических квестах. Кураторы игры в Ненецком округе не сомневаются – наши ребята справятся на отлично. Возраст участников от 14 до 30 лет. Как правило, в 14 лет уже большинство ребят, в зависимости от того, конечно, по какой программе история не учится, но они уже изучают события и мировой истории, и события нашей истории России. И блокаду Ленинграда, вот так же, как Великую войну, разбирают уже очень подробно. Особенно те, которые планируют, что они будут сдавать ЕГЭ или ГИА по истории. То есть мы считаем, что ребята должны быть, в принципе, готовы. Как это обычно и бывает в конкурсах, победит команда, набравшая наиболее количество баллов. Результаты квеста и игры станут известны чуть позже. По словам кураторов из регионального центра молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи, итоги подведут в торжественной обстановке на общем собрании 27 января. Именно в этот день, в 1944 году, блокада Ленинграда была полностью снята. Иван Никонов, Ирина Цепетова, Владислав Носкин, телеканал «Север».